хор в опере. Каково значение хора в опере? Ответ вы узнаете сразу после прогноза погоды на среду 26 апреля в студии Санжана Бальжинимаева. Здравствуйте! В ближайшие сутки по республике переменная облачность. Ветер северо-западный, порывами до 12 метров в секунду. По северным районам облачно с прояснениями. Ветер западный 4,1 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 6,0. Днем температура воздуха повысится до плюс 1, плюс 5 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. На юге пасмурно. Ветер северо-западный 6,4 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 7, минус 1. Днем температура воздуха 0, плюс 5 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. В Улан-Удэ малооблачно. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 6, 0 градусов. Днем минус 2, плюс 5 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. Это был прогноз погоды на среду 26 апреля. Хор необходим в опере, который никогда не обходится без массовых сцен. Иногда хор становится выразителем больших идей, либо активным коллективным участником и комментатором событий, а также фоном, который погружает зрителя в атмосферу художественного замысла. С искусством хорового исполнительства наши уважаемые зрители могут познакомиться во всех операх репертуара нашего театра. И не только операх. Но об этом поговорим в следующий раз.